все становится очень интересно. Залезли на крышу. Привет! Сегодня у нас особенный день. Мы идем с вами в заброшки. Разные, абсолютно разные места. Пришли на первое место. Это фабрика пива бывшая. Вот это кто бы мог подумать. Я так далеко не заходила. Здесь должен быть типа рынок, но непонятно, строят они его или забросили. У нас собралась группа, все девчули и один гид Алекс. Я за это заплатила, мне нужно вернуть деньги, поэтому смотрите до конца, поняли? Это лифт, это кто боится здесь высоты, лучше пусть не подходит. Вот смотрите, здесь идет лестница вниз, лестница вверх. Вы бы полезли, вот честно мне признайтесь, полезли бы вверх? Да, это первая заброшка, я вам скажу, очень сильно впечатляет. Вот когда ты понимаешь, что под тобой еще какой-то этаж, и ты можешь, блин, действительно провалиться, потому что здесь оно же не просто так вот дырка встала, да? Она просто провалилась, что-то поломалось. Или здесь или порезали. Но там, наверное, держали какие-то большие котлы, чтобы там варить это пиво. Наверное. Опять возвращаемся к теме разукрашиваний. Вы знаете, мне кажется, в Бухаресте это уже искусство. Потому что я где-то видела, что проходят фестивали вот таких вот рисунков. Да, это просто что-то с чем. Мы должны залезть куда-то наверх, чтобы сверху был виден полностью весь комплекс этого завода. И она перестала работать после революции, как и все остальные фабрики, которые были при Чаушеске. Вы себе представляете, сколько рабочих мест только в этой фабрике было? И потом она закрылась, и сколько людей остались без работы. Ну, это просто беспредел. Я хотела взять с собой Амурчика, но судя по тому, сколько здесь стекла на земле, это небезопасно. Я обулась в свои походные эти. Короче, все становится очень интересно. Поехали. А здесь кто-то живет. Акула редкая, вот туалет импровизата. На самом деле не так страшно, как Форт Китила, где мы были. Там человек сзади, ну блин, который резал там кое-что. Ух ты! Вот здесь надо сейчас, секунду. Включили, пошли. Решила все-таки зайти, даже если страшно. И здесь туалет. Вот он. Я даже не знаю, что я бы без этого делала, честное слово. Мне нравится, что здесь раньше все плитка была. Видите? Все было в плитке. Было все ухожено. Вот мы пришли оттуда, мы были там, и сейчас мы идем куда-то, наверное, туда.
Интересное здание. Вы бы подумали пройти вот так вот через траву, травушку-муравушку, и потом найти это. Вот это да. А что нас там ждет, а? Я не думала, что здесь есть продолжение. Вы знаете, если я была бы здесь одна, было бы очень стрёмно. А то кто знает, с какой стороны какая фигня вылезет. Вот это мило. Вот мне интересно, это что такое? Кажется, что это как будто надгробие. И здесь так и пишет, кто-то, ну, решил посмеяться, и здесь вот написали «Карл». Здесь непонятно, что написано. А, нет, это «Королева Мария» пишет. А там Михай, последний король Румынии. Это откуда зерно выпадало? Вот как-то так оно выглядело. Интересно. Еще здесь в свое время проходило производство гипсовых таких вот изделий. Есть еще вот здесь. И здесь когда-то был склад этого зерна. И типа это зерно осталось еще с тем... Как прошло, блин, уже почти 50 лет, и никто не пришел собрать это зерно? Вы как думаете, его принесли? Или оно действительно тут осталось? Не, ну зерно, смотрите, оно есть и здесь, как бы с этой стороны тоже. Короче, друзья мои, это реклама к пылесосам. Видите, эти пылесосы продавались вот в том помещении. Вот здесь тоже что-то такое. Гармония назывались, марка этих пылесосов. Только я не понимаю, зачем портить рисунок? Козлы. Смотрите, здесь даже озеро образовалось. Озерочко маленькое. Помните вот эту вот церковь? Это самая большая церковь в Европе. И они ее еще не закончили ремонтировать, строить. Бессовестные. Сколько денег из моей зарплаты только на эту церковь ушло. Прям аж жаба давит, честное слово. Мне кажется, это творчество, вы как считаете? Угу. Согласна. Фу. Я никогда не была на крыше в Бухаресте. На какой-либо крыше в Бухаресте. Сюда нужно прийти с кем-то. Взять бутылочку чего-нибудь и просто посидеть, посмотреть на закат. Надо бы еще вспомнить, как я сюда пришла. Смотрите, какой вид на город отсюда есть. Какой здесь красивый вид на город. Вы знаете, я хочу, чтобы вы поняли одну вещь. Мне кажется, это вид сзади на дом, который окружает дом парламента, который идет за вот этим зданием. Потому что я вижу всю верхушку дома парламента. Сейчас здесь у меня маленький вопрос. На чем держится эта крыша, если здесь дыра, мой 38 размер обуви? В какой-то момент я почувствовала, как подо мной трусится земля, и я ухожу. Я ухожу, мне не нравится. Здесь небезопасно. Короче, вот там вот крыша, я по ней ходила. Вроде нормально выглядит. Но что-то там трусилось у меня под ногами стопудов. Я когда маленькая была, смотрела мультик с этим персонажем. И мы где-то отсюда куда-то должны идти дальше. Мержин Пескарь? А, нам везут. И здесь этот проход тоже интересный. Мы сюда, наверное, сейчас и будем спускаться. Это вид снизу. Чуть пониже, низу. А это, смотрите, дверь, куда, наверное, что-то подкидывали, чтобы было больше огня. Как вы думаете? Или я не знаю зачем, но тут интересно. А, и, кстати, здесь так много железа украли, что осталось только это. Ее вытащить не смогли. Мы спускаемся все ниже и ниже. А были где-то там наверху. Мне кажется, эти трубы, они были больше, их поотрезали и отдали на металлолом. И они, видите, продолжались еще здесь были.
но их поотрезали. Будьте аккуратнее здесь. Я даже не обратила внимания. Здесь что-то сделали. Мне кажется, здесь намеренно все в черное покрасили. А здесь вот плитка сохранилась. Смотрите, почти все стены. Больше половины в плитке. Это вот рабочее место. Мне кажется, здесь были три котла. Один, два, три котла, в которых что-то варили. А ну-ка. А здесь как раз таки котельная, скорее всего, была. Потому что, видите, здесь идет какое-то приспособление интересное. И здесь тоже. То есть над каждой дырой было какое-то приспособление. И отсюда, мне кажется, приходил газ. Или нет. Потому что, видите, эту дверь вскрыли. Сняли отсюда. Это как раз таки вход. Здесь. А ну-ка, включим фонарик. Тут непонятно, что. Непонятно, что здесь. Знаете, что непонятно? Что вот это обои. Они перекрыли обоями плитку. Короче, почему здесь все так красиво? Потому что здесь была сцена для фильма. Здесь что-то снимали. Кто снимал, что снимал, непонятно. Короче, смотрите, there will be no place to hide. Это про то, что будет происходить в будущем. А вот эти вот, вот эти вот типа рожицы, они все связаны. Вот связаны с этой картинкой. Типа они показывают, что как люди будут выглядеть в далеком будущем. Из-за, ну, интернет, бензин закончится, и всякая фигня начнется, война. Ну, скажите, как вам видео? Нравится? Интересно? Мы еще не закончили. Мы идем в другую локацию. Ставьте лайк. Все, это выход. Мы закончили с этой локацией. Ждите следующего видео. Мы идем в новое место. Пока-пока. Ну, смотрите, здесь были Андрей и Касмин. Ну, и я здесь тоже была.